Массовой эвакуацией парализована работа двух торгово-развлекательных комплексов. Накануне вечером в экстренные службы поступило сообщение о подозрительных бесхозных сумках и возможном нахождении в них взрывных устройств. Рамиль Шайдулин видел, как несколько сотен человек были экстренно выведены на улицу, а сами здания начали проверять кинологи и спасатели. На нас объявили учебную тревогу, все эвакуировали и никого не впускают уже час. Улыбки на лицах и радость. Те, кого эвакуировали из торговых комплексов, не верили в реальность угрозы. Всем казалось, что это учение. Но после того, как здания были оцеплены, приехали кинологи и сотрудники спецслужб, появились сомнения. Объявили тревогу, были все в магазине, объявили тревогу. Сначала просто тревогу, потом объявили, что учебные пожарные. Около половины пятого вечера неизвестный мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил о бесхозных сумках в двух торговых центрах и возможном нахождении в них взрывных устройств. Но обследование помещений угрозы не подтвердило. Личность звонившего мужчины установлена, ему 44 года. В процессе выяснения обстоятельств полицейским стало понятно, что он состоит на учете с психическим заболеванием. Сейчас по данному случаю проводятся проверки, по результатам которых будут ясны мотивы звонков мужчины. И решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Рамиль Шайдулин, Афиса Миняз, Ильшат Мухаметов, вызов 112.